В Алматы монополисты судятся с потребителями из-за долгов по комуслугам. Иски были в отношении 4000 жителей. Алматинцы обязаны выплатить за потребление тепла, воды, электричества и газа более 2,5 миллиардов тенге. Такие данные озвучили в городском управлении энергоэффективности и инфраструктурного развития. Половина должников живет в Медеевском и Бастандыкском районах. Но, несмотря на неоплату, без тепла в Алматы этой зимой никто не останется, заверили в управлении. Ремонтные работы завершат точно в указанные сроки. На прокладку новых теплосетей было выделено 20 миллиардов тенге. Общая готовность энергокомплекса к отопительным сезонам по состоянию на 27 сентября текущего года 100%. В том числе это тепловые сети на 100%, электрические сети на 100%, готовность газовых сетей 100%, готовность сетей водоснабжения 100%, автономные котельные готовы на 100%. Рассказал руководитель управления и о сроках окончания ремонта по улице Толиби. Подрядную организацию за несвоевременное завершение работы решено оштрафовать. Технологическая часть завершена, сейчас работа идет по благоустройству. До 2 октября все эти работы будут завершены. То есть мы уже Толиби от Муканова до Розыбаки уже дорогу открыли. От Монтазалки, то есть от Утыгембатыра до ЗТК, западного теплового комплекса, откроем до 3-го.